вітаю вас всіх, слава Богу! Ви можете собі уявити, ще рубашка не висохла, тому що був в зібранні брата Людвіга, і я сказав, я так хочу до брата Юри попасти. Я вже стільки разів збирався, і я дуже поважаю, люблю його служіння, знаємо про ваше служіння, дякуємо за те, що ви дуже багато робите для Бога через вашу працю Євангелія. Нехай Господь благословить вас. І дякую за можливість побути. Вибачте, що трошки запізнилися, тому що затрималось зібрання, а я проповідую, ну, як п'ятдесятник, 50 хвилин, плюс гаком. Я почав проповідувати, коли мені було 14 років. Це була підпільна церква в Рівненській області. Уже 39 років служіння. Маю невелику сім'ю, всього 5 хлопців, 3 дівчини і трішки онуків. І моя дружина є ведуча радіопередачі «Віра, надія, любов». Я думаю, що багато з вас слухає, так? Ці передачі, дивляться наші програми. Скажу вам, що коли ми почали проповідувати, був час у нас нелегкий. Тому що Біблії у нас не було. Мій тато йшов до сусіда і запитувався, скажіть, будь ласка, у вас можна позичити Євангелію? Я хочу почитати моїм дітям, а в нас 8 дітей, я старший. У моїй сім'ї 6 братів, всі на служінні, пастора-євангелисти. Мій менший брат один загинув, коли на Аляскі впав літак, розбився, 7 дітей залишилися, і жінка була в положенні 7-ю дитиною. Ніколи не забуду, як сусід казав, Віталій, не говори, що є Євангелія в нас, тому що мене посадять на 3 роки. Тоді, каже, якщо ти хочеш отримати Євангелію, то йди попаси мої телята цілий день, а приходиш увечері, то тоді я тобі позичу Євангелію на 2 годинки. Ніколи не забуду, як тато закривав вікна, двері, цілий день пас телята, корови на полі, а потім приходив додому увечері, відкривав Євангелію, починав читати. Мій тато з баптистів, мама з п'ятдесятників, ми називаємо на англійській мові «бептакостал». І знаєте, коли я починав проповідувати, ну так горів вогнем, а в нас на селах наших поліських такі консервативні церкви були, в нас ж галстуки не носили, казали, знаєте, тільки комуністи, атеїсти носять галстуки, він показує прямо в ад. А як вже не стало комуністів, я надів галстука так, зацепив, кажу, пастор, дивись, тепер показує галстук до неба. Знаєте, консервативні церкви не ходили, голосно не проповідували, ну я звідти, я з тої формації ще. Ну, але я був всього 1,50 на зріст, такий невисокий, а кафедри в нас широкі, не просвітлюються так, як брата Юри є тут, а такі широкі, високі. Ну, і всі пастора вже старші, вони їдуть із Євангеліями під рукою, йдуть до церкви, а я стульчиком маленьким. Знаєте, вони всі з Євангелія, а я стульчиком. Ну, тоді не було пасторського служіння, тоді... Так, браті об'являли, у кого є слово, проповідуйте. Ну і в кого є слово? Я в черзі чекаю стульчиком. І як тільки хвилинка маленька є, раз за кафедру, і стульчика поставив, і починаю проповідувати. 450 чи 500 чоловік молоді. І я по очах побачив, яка спрага у молоді отримати помазання Боже. А я горю для Бога, молодий хлопець, знаєте. І я так як махнув правою рукою, брати і сестри, слава Богу! Там було точно як тут. Ніхто не відповідав. Тільки взаді пастор на весь голос. Слав, слав, синок! Я тоді лівою рукою. Алілуя, брати і сестри! Пастор, який інтелектуально високий рівень? Зразу поняли. А там тишина. А я махнув лівою рукою. Алілуя, брати і сестри! Всі мовчать, а взаді пастор, лікуй, лікуй, синок. Ну, а я не знав, що робити. А знаєте, як євангелісти, де ще без біблійної освіти, то зараз вже докторську маю там з Америки, а там же ж не було виховання. Ну, я так кидаю ці камішки, чим більше голова Голіафа, щоб не промахнутися. Знаєте, Господь тут, на цьому місці, і проповідує. І чувствую, взаді мене хтось почав дьоргати за піджак. Та так сильно думаю, і ще один раз дьорни, впаду. І що робити? І я дитячим розумом своїм соображаю.
А, пастор, глянув, це той, який в Єрусалимі не був, в Єрусалимській горниці. Благодаті Боже, не пережив. Ви хочете мій піджак, а він такий маленький, дитячий, 1,50 м на зріст. Я знімаю піджак перед всіма і кажу, шановний пастор, хочете, візьміть на подарунок, але сили Божі ніхто не забере. Алілуя! І як всі крикнули алілуя. Оце був мій початок. Знаєте, на місійному полі ми дуже багато працюємо для Бога, але я вам скажу, всю славу я віддаю тільки Господу. Я ніхто, тільки раб Божий, а Він єдиний достойний слави, бо я люблю Господа. Я плачу велику ціну. У мене 8 дітей, у мене сім'я почти не бачить. Весною я мав за 4 місяці 80 евангелізацій. Арабські Емірати, Ізраїль, Середня Азія, Росія, Україна. Я так замучив свою сім'ю, бо ми переїхали були в Україну на 2 роки, що моя Наташа за 2 дні до виїзду загубила фізичний стан, потеряла сознання. І я думав, йой-йой-йой, як я замучив свою сім'ю, 80 евангелізацій за 4 місяці, тут в Україні, по 10, по 15 тисяч людей на одному місці, ми мали гарні зібрання, великі зібрання. І я замучив свою сім'ю, а я як євангеліст плачу ціну. В Африці підставили мені пістолети отак, чи винтовку, він іще довгу, я вткнули в горло і сказав, one more step and you're death. Один крок, і ти мертвий. Один раз бігали з бутилкою побитою. В Якуті 4 хлопці з ножами. В одній Азіатській республіці літак тримали 3 години, в другій 1 годину. Коли в Індії були, в місті Кота хотіли вбити. Літак посадку робить в Африці, 2 двигуни загорілися, горять, палають двигуни, а ми посадку робимо. Можете уявити? А потім одного разу приїхали в Перу, а з Ліма полетіти в Ікітос полетіли. А потім я запитуюся, а де у вас є села, де ніхто не чув про Господа? Кажуть, треба 2 години на маленькому кораблі бігом пливсти і тоді через джунглі пробиратися. Ну, я кажу, поїхали, заплатили за корабля, їдемо, нас зустрічають, добре мобільні телефони працюють, а потім з тесаком один ліани прорубує і в джунглі дорогу прокладає. Ми йдемо, каже, watch very carefully, дивись наверх і наниз, тому що змії є. Зловив анаконду 4 метри, а потім 8 метрів, дав мені потримати, живу, отака велика анаконда. А є ще по 20 метрів. Ми дійшли до річки, там індієць стоїть на байдарочці такий узенький і каже, знаєш що, don't move, не рухався. Ми переправляємося на ту сторону, там вже індійці махають рукою, чекають. Не рухайся. Ну, знаєте, а мені було ще до 50, то зараз я 50-ник. А до 50, кажуть, харизмат, то як же ж не рухатися? Я доїхав до середини, оглянувся, і байдарочка перевернулася. Ми в воді. Як починають на тій стороні кричати, фастер, фастер, сеньор, сеньор, фастер. Я кажу, what? Що? Скоріше. Чого? Крокоїли взаді. І отака пірання. Ви можете уявити собі, як ми швидко пливли? Допливли, бачите, живі. Пастора Юрія в церкві. Отаке наше місіонерське життя, такий наш хліб. Я дуже дякую своїй Наташі, яка весь час вдома. Ну, весь час, можете собі уявити, благословляти чоловіка такого, да? Такого, як я. Одного разу її подружка з Білорусі приїхала, в нас в Рівно, дивиться, то на мене, то на неї. А вона в мене красавиця, вона була почти комсомолка раніше. Ні, не комсомолка, а комуністка, комсомолка. Прийшла до Бога, їй було 20. Я забрав. Знаєте, як я пропонував, хлопці, якщо ви хочете женитися, да, то запропонуйте, як я запропонував. Я бачу, красавиця, ну не піде за мене. Я подивився на неї і кажу, Наташа, якби я тобі запропонував разом зі мною слідувати за Ісусом, ти б згодилася, а хто проти слідувати за Ісусом? Так, я говорю, будь моєю. Отак забрав свою жінку. І 31 рік разом. А вона стоїть, її подружка, дивиться на мене, на неї і каже, Наташа, якщо б я була на твоєму місці, я б ніколи не розрішила Славіку стільки путешествувати і бити в проповіді Євангелія. Як вода полилась на мою голову, обмила мене водою грязною. Я стою, і мені треба відповідати. А я кажу до неї, шановна сестра, дорога сестра, я благодарю Бога, що Бог дав мені не тебе, а Наташу. Одного разу я приїжджаю десь з Малайзії, думаю, летів в Корею, а з Кореї вже летів на Атланту. І прилітаю додому, приходить моя Наташа і каже, Славік, я така втомлена, ти можеш мені допомогти? Я кажу, чим? Ти знаєш, я хочу поспати цю ніч як бебі.
Ти можеш рано встати і дітей в школу провести? Кажу, а вже ж, тільки я не знаю, що їм їсти готувати. Може, як сірел там з молоком, як хлоп'я з молоком, або яєчницю. Ну, що-небудь, каже. А я буду спати. Я пішов раніше спати, у мене будильник на руці, завожу часи. І, думаю, буду вставати, всім ранку дітей будити. Йду в кімнату, де спала моя Ірина. Ірка, доця, Ірка, вставай, вставай, час іти в школу. Тату, ви? Ну, так. А чого ви? Я мамі допомагаю. Вставай. Я кажу, сюди вимивальник, вмивайся, чисти зубчики, бери душ, і на кухні я вам їсти дам. Я пішов в другу кімнату, де Діанка спала. Діана, Діана, вставай, 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 треба йти до школи. Діанка піднімається, дивлюсь, Іри нема. Де Іра? А Іра в ліжко одягнена спить. Іра, вставай, ти що, автобус іде? Аж кінець автобус зупинявся прямо біля дверей. Іра піднялася, Діана піднялася, я йду, де спав Славік і Давід на двох кроватях. Славік, вставай, Давідко, вставай, вставай, вставай. Ну, треба вже в школу йти. Мої хлопці піднімаються, нема Діанки. Де Діанка? Дивлюся, Діанка спить. Діана, вставай, ми запізнюємося, автобус іде. Я ледве приборкав мою сім'ю. Давши сім'ї, їсти, пам'ятаю, вони не доїли, кажу, лишайте, немає проблеми, йдемо до автобуса. Йдемо до дверей, там двері з вікнами, і я в піжамі, а вони з рюкзаками одягнені, чекають хвилин 10, автобус не йде. Тоді моя Іринка мене так пальчиком, тату, тату, а можна я вас щось запитаюся? Ну да, запитуюся. Тато, а чому, коли нас мама проважає, то так видно і сонце світить, а зараз так темно, місяць і зірки? Доця, не знаю. Почекай, я подивлюся, скільки годин. Я бігом до стіни, я глянув на великі часи. Дві години ночі. Дітки мої дорогенькі, вибачте, будь ласка, я місіонер, з другої країни приїхав. Часи забув перевести. Швиденько роздягайтеся, йдіть досипати. Вони були такі раді, як отримали подарунки на Різдво. Пішли досипати. Я в своє ліжко накручую будильник до відказу і на ліву сторону, де спала моя Наташа. Сім ранку дзинь-дзинь, бам-бам, часи будять, Наташа піднімається і мене під лівого бока штурхає. Славік, уже час дітей провожати, вставай. А я до неї, Наташенька дорогенька, я вже раз провожав, тепер твоя черга. Ми в Америці кажемо «Happy Mother's Day». Шановні молоденькі, я як тато, як дідо, кажу вам, дівчино, хлопець, шануй твого тата, шануй твою маму, люби їх. Ти не знаєш, яку ціну заплатила твоя мама, щоб ти тут була, щоб ти тут був. Вони родили тебе, дали тобі все. Люби їх, шануй, поважай їх, тому що вони дуже дорогоцінні для тебе. Я знаю, що наш час бігає, ще є ком'юніон, хліболомання. Сьогодні я хотів би говорити одну меседж. Я знаю, що я довго не зможу вам розказувати про наше життя, але я вам скажу, шановна церква, вся слава Господу. Я люблю Бога. Вся, 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 100% слава Йому. В мене була одна меседж, але вона є довга. Та давайте, можливо, я ставлю на слідуючий раз, тому що я побув у вас тільки ото 10 хвилин, но, пастор Юрій, без компліменту. Не тому, що я в ваших шузах. Я відчуваю, що ви любите Бога. І я дуже люблю вас. Ми приїхали до Черкас, їдемо, знаків нема, поворотів немає. Яма на ямі. І мій син, менший Славі, каже, тату, це велике, велике, велике село. Але доїхали до центру, побачив Макдоналдс. Ні, я міняю свою думку. Це великий город. Я влюбився в ваше місто. Моліться за вашого пастора. Моліться за його сім'ю. Ви знаєте, що я як пастор, я знаю, як диявол атакує наше життя, наше служіння. Я сидів на першій лавці одного разу в американській церкві. Пастор американський проповідує, каже, статистика християнська світу доказує, що із 20 проповідників до фінішу доходить 3. Я плакав, як жінка. Господи, допоможи мені бути в числі 3. Скільки сьогодні служителів, лідерів, проповідників, місіонерів впало? Гроші, слава, жінки, гріхи.
Я ніколи не думав, що буду стояти з мікрофоном по цілому світі, доказувати інституцію шлюбу, що Бог створив жінку для чоловіка. Америка, Європа з перших класів вчать, що чоловік і чоловік нормально. На днях від Максима, Максима зустрічаю пастора в Києві, прилітає з Берліна, каже, в аеропорту чоловік з чоловіком цілуються, квіти дарить, очі ніде діти. Чи ми думали, що ми дійдемо до такого часу? Через то бережіть Бога, бережіть цілісність брака. Бог дав любов, насолоду в шлюбі і в сексуальних відносинах. Бог дав насолоду, Бог дав закон. Поза законом гріховне Бог наказує, а в законі любві все благословіння приходить в повноті. І Бог вас благословить. Якщо ви маєте Біблії, відкрийте, будь ласка. Маєте багато Біблії, підніміть, будь ласка, Біблії. Вау! Я був недавно в одній церкві, на 500 чоловік, 5 Біблій, всього-навсього. Я думаю, що, напевно, я сьогодні поміняю свою меседж, бо вона, та меседж буде довга, ця буде коротша. А чого? Щоб приїхати ще раз. Я думаю, як терпеливі українці. Як терпеливі. Одного разу в Америці була конференція, нас було 200 чоловік, отак сиділи всі на першій лавці, головні спікери. Один за одним проповідував. А в Америці все, по часах. Пройшов час і все, і нема. І коли встав сьомий, а не бачив, що робиться за спиною, оглянувся, щоб проповідувати, побачив тільки одного, який сидів біля нього. Більш нікого. Каже, дякую тобі за те, що хоча ти один залишився слухати мою проповідь. А вже ж я проповідую після тебе восьмим. Відкрийте, будь ласка, книга «Буття, Битіє». Я не знаю, чи встигнуть, я думаю, що встигнуть, можливо, в кінці зібрання, якщо ви маєте бажання, у нас є деякі диски і бонки книги, касети, якщо ви маєте ще бажання з євангелізації з Києва, щоб їх отримати, у нас, я думаю, будуть в кінці зібрання. Ми потім, я хотів би трошки з пастором Юрієм поспілкуватися, ми будемо ще мати трошки часу. Книга «Буття» 32:24. 32:24. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари, и увидев, что не доливает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков. И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл. И хромал он на бедро свое». Я думаю, что многие друзья сегодня переживают подобные моменты, которые переживал Иаков. И я знаю, что молодое поколение сегодня не любит ступеней, а я хотел бы говорить о 5 ступенях в нашей христианской жизни. Я из старой формации, и я знаю, что такое ступени, потому что не однажды пришлось лежать на бетонном полу, когда внутри между нами туалетное ведро и 4 человека за то, что мы проповедовали Евангелие в белорусской тюрьме. Молодое поколение любит все очень быстро, шикарно. Компьютеры, машинки, айфоны. Тот человек, который недавно умер и создал этот новый компьютер или телефон, у него корни русские или с Украины. Этот человек как раз создал, выпустили этот телефон, и он умер. Конечно, мои дети обещали, папа, мы сделаем тебе подарок, купим этот телефон, потому что я не люблю такой телефон. Я люблю простенький. Мы купим тебе этот телефон. Это совершенно новый телефон. Совершенно новая категория телефонов. Ты едешь в машине и даешь команду Наташа, я буду через 15 минут. Она уже по твоему голосу знает, все записывает. Мне нужно иметь appointment, встречу на 2 часа дня. Компьютер отвечает,
Два часа у вас занято, в три часа можем предложить свободное время. Компьютер все делает. Я спросил, а этот неразумный компьютер имеет ответ, когда я спрошу, как попасть в небо? Мне сказали нет. Вот ступени учат нас терпеть, любить, молиться, прощать, поститься и стучаться, чтобы Бог ответил. Молодая генерация не любит ступеней. Мы живем предрассветом. Вот наступают дни, в которые многие живущие на земле, обладающие видением, будут восхищены. И вселенная искудеет верой, и умножится неправда, которую теперь ты слышишь, и которую издавна слышал, и которую теперь ты видишь. И будет, что страна, которую теперь ты видишь, господствующую, подвернется опустошению. А если Всевышний даст тебе дожить, то ты увидишь, как внезапно среди ночи воссияет солнце и луна трижды в день. Из дерева будет капать кровь, камень подаст голос свой, и народы поколеблются. Тогда будет царствовать тот, которого живущие на земле не ожидают. Море Содомское извергнет рыб, и будет издавать ночью голос, и неведомый для многих, однако все услышат голос его. И тогда одна область будет спрашивать соседнюю, не проходила ли по тебе правда, делающая праведным, и та скажет ей, нет. Вот последнее время пред рассветом. Стоит ли сегодня утверждать, что скоро Иерусалим, за которой решение решается вопрос в Собесе, будет иметь целостность одна столица, а не две половины, и будет строиться храм, который так многие ожидают. Я никогда не думал, что арабский мир ожидает Мессию. Недавно в Дубаях высокие люди сказали, да, и мы ожидаем пришествия Мессии. Мир готовится. Но мы, церковь, знаем, куда мы движемся. Первая ступень называется одиночество. Многие переживают сегодня одиночество. Почему молодые парни, девушки хватаются к наркотикам? Иголку берут старую, грязную. Почему Украина занимает первое место по СПИДу? Почему сегодня молодая девушка продает свое красивое украинское тело за $100? Почему сегодня наши девушки в Европе в рабстве? Почему сегодня наши девушки на втором плане, когда Бог создал целостность семьи мужчины и женщины? Человечество переживает вакуум, одиночество нечем заполнить. Я всегда люблю ходить под руку с Иисусом и никогда не чувствовал одиночество, потому что Он мой Бог. Аллилуйя! Вы любите аллилуйя или нет? Я шумный, громкий проповедник. Славик, зачем ты кричишь так? Мы не глухие. Извините, а я не из кладбища и не из Голливуда. Я из Голгофы. Христос спасает. Ну, знаешь, пастор, мы зовем людей, мы зовем их Богу, мы говорим о Боге, а они не слушают, у них нет жажды. В Украине становилось пробуждение 5 лет. Задайтесь вопросом, почему? Нет жажды. Женщины, вы знаете, что такое соль? Дайте вашим соседям соли. После соли им захочется пить. Почему у людей нет жажды? Потому что христиане потеряли силу соли. Извините, я не приехал в гости, чтобы сказать нормально, хорошо. Я прямой проповедник. Я приехал помочь вашим пасторам, потому что не пастор родит овец, а овцы рождают овец. Мы потеряли силу соли. Возвращайте силу соли, потому что Украину грядет большое пробуждение, волна благодати, благословения, огонь Духа Святого, чудеса и знамения. Украина будет спасаться. Кто-то может крикнуть аминь, аллилуйя или нет? Один консервативный пастор летел из Львова в Москву, с Москвы в Сибирь. Встал в Москве в самолете 1970-е годы. А в то время за страничку Евангелия 3 года давали. И молится, Господи, я прошу Тебя благословить и взлеты, и перелеты, сюрдес летчиков, пассажиру и меня, раба Твоего. И сел. А когда громко молился, так стоял, все смотрели, что это за чудак. Герой так молится громко в самолете. Когда сел, присягнулся, сосед спрашивает у него, извините, пожалуйста, вы что, верующий? Ну да, что? А вы что, Богу своему не могли в душе помолиться? Нужно было так громко кричать. Нужно было соседу отвечать. Вы знаете, дорогой сосед, я слышу, вы очень много курите. А вы что, не могли в душе накуриться? Приехать первый раз в гости международный евангелист. В церковь паста Юрия. Аллилуйя. Угу. Какое угу, а? Любим мы Господа или нет? Поверни своему соседу, скажи, ты выглядишь сегодня прекрасно. Ага, эмоциональные мы люди, нет? Мы можем громко крикнуть, аллилуйя!
О, сейчас я чувствую, я дома. Мне нравится, когда Бонки говорит, я буду в небо входить с африканцами, только не с немцами. Немцы без эмоций говорят, как аз без твоих трубы, и в огне не горят, и в воде не тонут. Слава Богу! Угу. Аллилуйя! Угу. Африканцы нормально, эмоциональные. Говорит, я хочу с африканцем ходить в небо. Когда мы читаем, говорит, Писание, там написано было возглас, аллилуйя, аллилуйя, идет колено такое, страна такая, такая, аллилуйя. И вдруг на 5 минут тишина на небе. Так написано. Это немцы входили. А я буду с нашими хохлами. Почему? Потому что мы эмоциональные, правда? Бог нас создал эмоциональными. Аллилуйя! Пастор, ну помоги мне, помолись, на меня дьявол бьет сюда в голову, вот сюда. Что? Пастор говорит, леди, мухи не садятся на горячую плиту, но только на холодную. Вы видели горячую, на горячей плите муху, а? Если ты горишь с головы до ног, на тебя помазание Божие. Один говорит, помолись, пастор, от головы до пояса святой, от пояса грешник. Если ты горишь для Бога огнем Святого Духа, никакая грязная муха порнографии, наркотиков, интернета не сядет на твою голову. Это церковь для Иисуса. Черкасы будут спасены. Аллилуйя! Это моя харизма. Снимайте пиджак, дам подарок. А харизмы никто не заберет. Одиночество. Люди переживают одиночество. Я видел богатых людей, миллионеры умирали на моих очах. Чувствовали вакуум души одиночества. Ничего не помогает одиночество. Но мы не боимся одиночества. Мы не одиноки. Мы идем под руки с Иисусом. Бог посылает Иакова, возвращайся домой. По дороге он посылает своих посланцев, пойдите в Сеир и возвестите моего старшего брата Исава и скажите, я иду домой. Посланцы возвращаются. Да, мы видели твоего брата. Он идет тебе навстречу. Что? Он идет тебе навстречу. Ох, как я рад увидеть моего брата. Но Иаков, он идет не с цветами, не с музыкальной группой. Он идет не с подарками. А как же он идет? Он идет и 400 воинов с ним, с армией. Что вы сказали? Он идет с армией? Ну да. И сердце Иакова трогнуло. И он, если бы сегодня был здесь, я бы присвоил ему звание маршала или генерала армии. Он был сильнейший стратег того времени. Он сказал, если мой брат придет и нападет на мою семью, одна часть погибнет, вторая спасется. Он разделяет стан на несколько частей. Одни в пустыню, вторые через реку, третьи в четвертое место. А сам забирается на гору и хочет уснуть, но сон бегит от него. Бывали такие моменты, что сон бежал от вас, дорогие? Бывали. Надо что-то делать. Молиться. И в Библии написано, Иаков, вторая ступень, борьба, начал бороться. Боролся. С кем он боролся? С чем боролся? Мы боремся. И нормально, когда мы боремся. Когда человек перестает бороться, его же нужно списывать. Боремся в обществе за хороший имидж, за авторитет, за хорошее место, за позицию, за лучшую машину. Какая сейчас машина? Я подъезжаю сюда, Мерседесы, Вольво. Нигде нет Жигули, а Запорожец. О, у нас первый был Запорожец. Маленькая машинка Запорожец. Молодежь не знает, что это за Боинг. Запорожец за Дунаем, назад туда едет, едем, назад пхаем. Помните? Мы в Кишиневе побыли на служении, на улице 20 мороза, холодно, вышли мокрые, а стекла замерзли, печка не работает. А отец у соседа занял паяльную лампу. Напумпували ее и говорит, Славик, а теперь давай на окна. Только немножко на расстоянии, чтобы окна не лопнули. Сам шапку-ушамку, нечем дышать, а мы коптим для того, чтобы прогреть окна в Запорожце. Через 2 километра милиция останавливает, дядьку, у вас что-то горит, уже нет. Уже потушили. Вот была жизнь у нас на Запорожце. Вот то было у нас. И вы знаете, мы боремся за лучшую жизнь, за лучшее состояние. Я на своем пасторском служении учил, как бороться с мыслями, с глазами,
с твоими действиями. И меня учили. Меня отец учил. Представьте себе, 800 учеников в школе. А я один, без звездочки и без пионерского галстука. Один. Не один раз белые вороны меня выставляли сюда наверх. И говорили, смотрите, вот он, позорит всю школу. Однажды домой прихожу, отец открывает портфель, который я бросил. Нашел там пионерского галстука. Снял попругу штанов. В другой руке галстук идет ко мне. Я был разумным мальчиком. Сложил ручонки. Папа, папа, не бейте. Це не я, мне предложили. Ага, переубедить отца, когда идет уже с ремнем. Ремень походил по спине. Я дам тебе пионерский галстук. Однажды нас выставили на линейку в спортзале. И знаете, принимали всех пионеры. И вешали всем галстуки. Но когда они идут, я думаю, так, шаг вперед, помните? Шаг вперед, два назад. Раз там стена, некуда отступать. Они подошли ко мне. Классный руководитель связали руки мне за спину. Директор школы повесил галстук мне на шею. И все 800 учеников хлопают ладоши. Ура! Рачук пионер! А я выбежал, слезы детские льются, бегу, бегу, я же не хотел, я помнил ремень, я не хочу пионера. И вдруг вижу, бюст Ленина стоит. Это же твое, Ленин. Я снимаю со своей шеи и раз Ленину на 7 узлов. Пионерский галстук. Долго школа говорила, зато папа больше не бил. Я боролся, и меня учили бороться. Но с чем боролся Яков? С кем боролся Яков? Мы боремся в семье. Где взял эту сукню хорошую? Где этот костюмчик купил? Я на этом базаре. Я туда поеду. Мы боремся. Почему я проповедую Евангелие? Моя мама давно в вечности. Отец еще жив. Я говорю, папа, расскажите секрет. 8 детей, 6 пасторов в семье. Мой отец говорит, сынок, скажу тебе секрет, очень простой. Когда ты и твои братья и сестры спали уже, то мы с мамой закрывали двери на кухне и до самого рассвета умоляли небо, чтобы Бог дал спасение. Вот где секрет. И потому я проповедую Евангелие. Славика, ты целовался, да, после брака. И благодарю Бога, что ни одной женщины никогда не целовал, кроме своей жены. Благодарю Бога, что никогда в стаканах водки не было. Благодарю Бога, что Бог берег с юности, потому что мы храм Божий, мы тело, сотворенное Богом, принадлежим только жене и Господу Богу. Немного из вас таких, но Бог избрал и умыл, и оправдал. Яков борется, с Богом борется. Нелегкая была борьба. Один час борется, второй час борется. Третий час борется, до самого утра борется, борется. И тогда он говорит, отпусти меня, не отпущу, отпусти, не отпущу, но отпусти меня, не отпущу, пока ты не благословишь меня. До самого рассвета. И третья ступень называется, видите, как я сокращаю, можно дольше говорить, но я ценю вашим драгоценным временем и спасибо за ваше терпение. What is your name? Как тебя звать? Господи, ты не знаешь? Писание говорит, прежде, нежели был зачат в утробе, ты знаешь все дни мои, записанные в книге. А здесь ты спрашиваешь, как звать, ты не знаешь, кто я? Ты борешься со мною целую ночь и не знаешь, кто я? Почему Бог задал этот вопрос? Кто ты? Если бы я хотел бы пить, кстати, братья, я проповедую, никогда нельзя пить. Никогда, только после проповеди. Потому что теряешь очень много энергии и силы. Если бы я попросил пить женщины, вы бы дали мне чистую скляночку, стаканчик или грязные, чистый. Бог знал, что Иаков должен будет благословлять своих сынов, колено Левия, Иуда. И Бог знал, что его сосуд внутренний должен быть чистым. И он спрашивает, кто ты? Почему Бог задал этот вопрос? Потому что 20 лет тому назад, когда отец уже не видел, очи смежались, и подошел сынок в намет, и когда в этом шатре он спросил, кто ты, сын мой, он притворил свой голос и сказал, я Исав, твой первенец. Но я слышу, это голос Иакова, хотя руки Исава, кто ты? Я Исав. 20 лет он идет. 20 лет он живет, 20 лет он в пустыне, ходит, имеет благословение, исповедует этот поток. Я прошел с посухом, теперь у меня 2 стана, Бог благословил. Но то, что 20 лет прошло, не имеет значения.
Бог хочет докопаться до глубины. Может, что-то было сделано 10, 20, 30 лет назад, и сегодня твоя совесть мучает тебя. Есть один способ, одно средство на Голгофу, к ранам Христа, к Иисусу. Единственное. Кто ты? Скажи ему, что ты Исав. Да он понимал, что он пред Богом. Он знал, что он предстоит пред Ним и борется с Ним. И он бьет себя в грудь и говорит, я Иаков. Другими словами, обманщик. И четвертая ступень называется перемена имени. И Бог говорит, давайте свидетелей. Давайте дом культуры там. Или давайте мэра города. Нет, были ангелы и архангелы. Говорит, открываем книгу регистрации. И уже нет больше имени Иаков, а имя Израиль. Израиль. Вот теперь начало берет Израиль. Когда я был в Израиле более чем 12 раз, и однажды раз я имел беседу с заместителем премьер-министра. Это очень высокая личность. Попасть к нему нужно было пройти 3 или 4 security. Меня все проверили, весь бэкграунд. А евреи, кстати, знают до 1500 года вашу родословную. Они все проверили. Меня запустили, и я ему, заместителю премьер-министра, начал проповедовать. Прямо в Израиле. И когда через полчаса времени нашей беседы, он говорит, hush, please, пожалуйста, остановись. Мы общались на английском. И он начал куда-то звонить и говорить на иврите. Я уже скажу вам откровенно, немножко испугался. Я говорю, куда вы звоните? В полицию секретную меня арестовать? Я в вашем офисе на 4-м этаже проповедую. Он говорит, нет. Я позвонил в телевизионную станцию и заказал самое лучшее время, prime time. Не опоздай, я включу телевизор и буду смотреть. Ты будешь в 6 часов вечера в прямом эфире, лайв, проповедовать Израиле. Я говорю, вы же меня не знаете, господин. Он сказал, полчаса достаточно общения с тобой, знать, кто ты. Не опоздай. Я приехал раньше, меня там намазали немножко, взяли в студию 4 камеры. 5, 4, 3, 2, 1. И я начал проповедовать. И я начал с места Писания, как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем. И сказал им так, откуда вы взяли это имя? Мне дал имя отец, мама. Израиль, не мама и отец вам дали имя. Бог. Когда Яков боролся на горе, вот тебе адрес, Израиль. Поднимайся на гору молитвы, ищи Бога в молитве, и Бог заступится за Иерусалим. Я думаю, что меня разопнут после этой спич. Менеджер приходит, дает бизнес-карточку. Мистер Рачук, в следующий раз, пожалуйста, не пройдите нас мимо. Заедьте, мы будем вас ожидать. Бог поменял его имя и дал новое Израиль. И пятая ступень называется благословение. Бог благословил Иакова. Конечно, в нашей жизни есть много благословений. Сын и дочка, на том и точка. Дети благословения, ну да. А почему только один сынок или одна дочка? Следуйте за мной, у меня 8. Благословение. Получали мы одну цену, зара вторую цену. Имели одну квартиру, сейчас 2 квартиры, это же благословение. Имели Запорожец за Дунаем, а сейчас Вольво. Благословение, правда? Бог дал красавице жену, хорошего мужа, благословение. Как Бог благословил Иакова? Он шел на гору как вот так. Ein Zwein, знаете, как солдат, поднимался на гору. А идет из горы вот так. Вот так. Начал хромать на бедро свое. Это что, благословение? Благословение, чтобы так хромать? Одна миссионерка, женщина с Орегон, помню, когда у нее, наверное, 7 детей, а у мужа 5, потому что у нее умер муж, и у него умерла жена. И они сошлись позже. 2 семьи объединили, наверное, 12 детей. А сосед столько много зла им делал. И однажды она видит, идет смерч прямо на ее огород. Она стала на огороде, подняла свои руки. Господи, прошу тебя, убери этот смерч, он идет на мой дом. Но если ты не можешь услышать мой голос и убрать смерч с моего поля, то хотя бы пошли его к соседу, он немного зла делает. Слава Богу, что Бог не услышал эту молитву. Вы хотите такое благословение, которое получил Яков? Иногда Бог ударяет. Иногда Бог посылает жало, чтобы постились, молились, искали Господа. И я сегодня сокращаю мою речь, она длинная. Спрашиваю, где вы находитесь, дорогие?
На первой ступени, когда вы чувствуете одиночество. На второй, когда вы боретесь. На третьей, когда он спрашивает, кто вы. На четвертой, когда начал процесс перемены вашего имени, вашей жизни, ваших взглядов, ваше эго, ваших эмоций. Или на пятой ступени, где он благословляет вашу судьбу и вашу жизнь. Где? Я расскажу за один момент краткий, и мы будем молиться. Вы знаете, мне было 18, у меня не было опыта, не было библейского образования, не было возможности учиться, но было помазание от Господа, которое Он дал. Многие говорят, нам нужно свежее, новое помазание. Мы ищем это помазание, нам хочется. Вот приедет той евангелист, вот тот будет за меня помолиться, я получу новое помазание. Простите меня, 39 лет проповеди, я понял одно, нет второго помазания, нет свежего помазания. Нет! Его не существует. Не может Бог однажды помазать. А потом сказать, этому я первый не работает. У Бога нет максимума. Божие маленькое, Божие трость. Или говорит Моисею, брось палку, а потом возьми жезл. И где Бог прикасается, то помазание приходит. И галстук помазан, и волосы помазаны, и голос помазан, и часы помазаны, и жена помазана, и сын помазан, и дочь помазана, и Библия помазана, кафедра помазана, барабаны помазаны, гитары помазаны, церковь помазана, люди помазаны. Бог приходит, аллилуйя, нет второго помазания, одно оригинальное, берегите его, грех разрушает помазание. Берегите помазание. Приходит Давид, посмотрел, Голиаф Голиафович, вы профессор, вы так хорошо учите евреев, терпению, долготерпению, но извините, пожалуйста, но у вас такая большая голова, я могу промахнуться. Я сейчас побегу за Самуилом, чтобы он меня опять елеем свежим помазал, туда приду, сражусь с ним, с вами. Было так. Он берет 5 камней, потому что 1 для него, 4 для его братьев. Идет против Голиафа. Одно оригинальное помазание работает. Работает. И выступил против Голиафа. Дорогие мои, берегите помазание. Любите помазание. Это драгоценнее, чем миллионы долларов. Это драгоценнее всего. Знаете, если Бог благословил вашу церковь через ваших служителей, которые цену платили, не говорите, вот же пастор не такой, вот мне не то говорит, вот же не так проповедует, вот же то не делает и то не делает. Поддержите его руки. На него сильное давление дьявола, как никогда ему нужна ваша защита. Ходит вместе с Авраамом Лот и говорит, Лот, вот я какой благословен, вот у меня стада расширяются, эти пастухи спорят за поле, за пастбище, за воду, нам нужно разойтись. Не понимал Лот, что благословение падает на него через Авраама. Берегитесь помазанника, стойте рядом, воду поливайте, и Бог вас благословит. Это принцип библейский. Мне было 18. Подбежала одна женщина и говорит, Славик, опыта нет, библейского образования нет, есть любовь к Богу и все, и народу Божьему. Пожалуйста, возьми еще двое братьев и поедьте в одно село, там есть нужда. Я беру двоих братьев и мы едем. Когда мы приехали в это село, знаете, что мы, христиане, первые делаем? Когда открываем двери, говорим, слава Богу, правда? Мир вам, приветствую. Я поздоровался, но никто не ответил. Увидел, стоит мужчина и женщина. Вот так сложили руки. Я спрашиваю, мы по адресу попали? Ну да. Здесь такие проживают? Да. А вы нас позвали сюда? А вы верующие? Ну да. Пожалуйста, помолитесь за этого ребенка. Вот наш сын, ему 3 годика. А он в маленькой кроватке лежит, и мы его не заметили. Его глаза закрыты, и каждые 10-15 минут приступ. Его трясет, и личико меняется на разные цвета. Я спрашиваю, а вы кто? Мы родители. Я атеистка, коммунистка. Мой муж работает директором. Я директором школы работаю, он директором фабрики. Но говорит, когда он лежал в клинике Амосова, и сказали, доктора, вы на очень высоком положении, мы не хотим отвечать за смерть ребенка, он умрет через несколько месяцев, заберите его домой, чтобы он дома умирал. Когда мы забирали ребенка, подошла санитарка и очень тихонько сказала на ухо, у меня для вас есть один совет.
Если вы знаете кого-нибудь из верующих, позовите, чтобы они помолились. Может быть, Бог поможет. И вы верующие? Ну да. Я оглянулся, сзади вижу. Человек 28 стоит, интеллигентные мужчины, женщины в красивых платьях, красивых костюмах, вот так. Я спрашиваю, а что это за люди? Это наши родственники. Они приехали посмотреть, как вы будете исцелять нашего сына. Первое, что нужно было сказать неверующим, вам нужно первое покаяться, принять Господа. А второе, будем молиться, может быть, Бог услышит. Я спросил, вы Библию читали? А она говорит, мы даже не видали в глаза. Вы когда-нибудь молились в православной церкви на Пасху? Немножко. Но я вам скажу, у помазанников Божьих нет задней скорости, только вперед. У нас не было куда отступать, мне 18. Мы подошли к ребенку. Мы стали на колени. Мы положили руки по Писанию и начали молиться. Мы боролись с Богом за спасение этого ребенка, исцеление его. Целый час, можете представить себе, часовая молитвенная служба, а сзади тишина. Мы боремся второй час, ответа нет. Мы боремся с Богом третий час, а ребенок каждые 10-15 минут и приступ. Сзади тишина. Мы остановились молиться. Мы были уставшие, мы были мокрые, нам хотелось пить. Мы хотели подняться, иметь маленький перерыв. И вы знаете, в тот момент, когда мы остановили молиться, мы спросили друг у друга, братья, что будем делать? Останавливаемся или продолжать? Скажите, церковь, что делать? Продолжать. Вот у вас ответ. Господи, пока ты не ответишь. Мы не встанем с колен, пока ты не ответишь. Мы будем молиться. Вдруг сзади слышим большой шум. Первая мысль пришла, что, наверное, кто-то с верующих пришел, но дверь не открывалась. 28 людей в задней комнате стояли на коленах с поднятыми руками и молились. Когда мы подошли к ним, прислушались, кто-то молится Духом Святым. Бог пришел, потому что в греческом переводе Дух Святой – это святой ветер. Holy Wind на английском. Не Halloween, а Holy Wind. Дух Святой сошел в комнату. Когда мы увидели, что эти люди стоят на коленях, молятся, мы подошли к этому ребенку. Мы стали опять на колено. Мы положили руки. И пастор, дорогой, я говорю, что мы молились 5 минут, не больше. Под нашими руками ребенок поднимается. Идет к маме, поднял глаза и впервые за много месяцев сказал, мама, я хочу кушать. Мы боролись с Богом, как Иаков на горе. Господи, не отпустим тебя, пока не благословишь, не отпустим, пока не исцелишь. Бог ответил, прошло более чем 25 лет. И после 25 лет я недавно проповедовал на том месте. И я вспомнил эту историю, 3000 людей. И я рассказывал то, что вам сейчас рассказываю. Вдруг во время проповеди прерывает меня дебелый мужчина, мою проповедь, такой высокий, мчится ко мне, хватнул меня, обнял меня, держит так. Я поднял свои глаза, а его слезы падают на мои щеки. Славик, я долго искал тебя. Я хочу тебе сказать, что эти все люди, которые стояли на коленах, они верующие, они в церкви. А этот мальчик женился, у него растет сын, и он проповедник. Потому что там был Бог, а не Славик. Там был Бог, может, а не Юрий, не Павел, не Василий. Там был Господь, когда церковь борется с Богом. Борись за общество твое, за город твой, за семью твою, за страну твою. Аллилуйя! И придет пробуждение, и придет благословение. Я заканчиваю, мы будем молиться. Я был в Финляндии, в Германии, в Южной Америке, в Парагвае проповедовал, в Бразилии. Многие подходили ко мне и говорили, мы не знаем, где твоя Украина. Но Бог нам показал, и они ткнули пальцем в карту. И говорят, Бог обещал, что в Украине начнется последнее большое апостольское пробуждение. И Бог пошлет с Украины многие страны мира, исполненных Святого Духа мужчин и женщин. Украина, Бог вас избрал быть солью для земли, быть пробуждением для Европы. Бог наполнит вас Духом Святым, помазанием и своим благословением.
Я недавно проповедую в Армении, в церкви Артура Симоняна, 1500-2000 людей. И я почав на українській мові говорити. Шановні брати і сестри, до цього місця допоміг Господь. А вони туди-сюди. Що ж він говорить? Я говорю, а вже ж вчить українську мову. Ви ж на небо збираєтеся. Я ніколи такий шок не отримав, як в Армении. Пастор один поднимается на ноги, останавливает мою проповедь, и 2000 людей, он криком кричит, Джан Славик, постой, дорогой! Джан, это милый, возлюбленный, постой, дорогой! Я остановился, знаете, остановить проповедника в то время, такого экспириенса у меня не было еще. Он говорит, историю надо знать! Думаю-то, я же знаю, наверное, немножко. Говорит, что здесь недалеко Арарат и ковчег стоит. Когда Ной с семейством спускались сверху вниз, армяне встречали его с хлебом и солью. Думаю, пусть так, но Украина получит благословение вдвойне. Аллилуйя! Наши семьи будут спасены, наша молодежь будет спасена, наши города будут спасены. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя. Я извиняюсь за такой мой голос, за такой мой почерк. Он неординарный, нестандартный. Еду в поезде плацкартном, в Сибири холодно, все спят ночью. А на меня сходит Дух Святой, я ночью как крикну «Аллилуйя!» И пол вагона проснулась, а одеяло на себя. Меня называют брат «Аллилуйя». Ну извините, а что, если атомная станция внутри и работает, 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 может тот остановить? У Бога нет вчерашнего. Кто-то говорит, знаете, вчера было, я рассказывал, что было 25 лет назад. Извините, мы должны пользоваться сегодняшним. Вчерашняя манна смердит, и там будут черви. Если бы Авраам был не слышен слово, голос Божий, он бы сына принес в жертву. 3 дня назад Бог ему сказал, пойди принеси на горе Абмария в жертву сына твоего. И если бы он не слышал голос Божий, через 3 дня он бы убил бы сына. Но он слышал голос Божий. Держите помазание. Держите свежесть. У Бога нет холодильника, нет копий машин. Мы молимся, но поднимите вашу руку. Все, можем поднять. И скажем все, Господь, мои пальцы, у которых нет копий на земле, говорят о том, что ты Творец. Интересно, не? 7 миллиардов людей. А сколько умерло, а сколько родится. И на маленьком пальчике копии нельзя найти. Нельзя. И никто никогда не найдет. 7 миллиардов. А сколько умерло? Почему? Потому что Бог доказывает в маленьких пальчиках. Он Творец. Он оригинал. Он Бог мой. Аллилуйя. Встанем. Встанем для молитвы, встанем для молитвы. Аллилуйя. Молимся, 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 церковь. Молимся, поднимем голос молитвы нашей. Молимся, Господи, мы боремся с Тобой за семьи наши, за родство наше. Может, сегодня немножко длиннее собрание, но нам нужен Господь. Нам нужно Его помазание, нам нужна Его сила. Мы хотим проповедовать Евангелие. Господь, зажги эту церковь, чтобы спасать 2, 3, 5, 10 тысяч. Аллилуйя. Аллилуйя! Молимся, церковь, молимся. Поднимем голос молитвы, закроем наши глаза. Аллилуйя! Я, как евангелист, хотел бы задать вопрос. Скажите, дорогие мои, возможно, сегодня вы первый раз в этой церкви. Возможно, вы пришли второй раз. Но вы никогда не каялись. Вы хотите, чтобы капля крови Иисуса омыла вас, чтобы получить прощение от Него. Кто нуждается в этой капле крови? Возможно, ты захватил обочину, считаешь себя агрессивным обществом, и ты говоришь, я на бабышках, я пью грязную воду из Нила, мне нужен Иисус, кто мне поможет? Иисус на этом месте готов помочь тебе. Ты нуждаешься в этой капле крови. Подними свою руку, мы помолимся за тебя. Подними свою руку. Выше подними, выше, выше. Вижу вашу руку. Кто еще? Вижу. Кто еще? Кто последний? Кто еще? Кто еще? Кто поднял свою руку? Не стыдитесь. Придите сюда вперед, пожалуйста. Мы помолимся за вас. Придите вперед, пожалуйста. Быстрее, быстрее, быстрее. Кто последний? Кто последний? Кто последний? Придите сюда, пожалуйста. Придите сюда. Спасибо, спасибо. Кто еще? Кто еще? Кто еще? Не бойтесь, не стыдитесь, не стыдитесь. Мы не зовем вас к пастору, к евангелисту, к церкви. Мы зовем вас к Иисусу Христу с Назарета. Он Альфа и Омега. Мы хотим помочь вам.
И моя задача помочь пастору поддержать его руки. Его миссия проповедовать Евангелие, чтобы спасались люди. Кто-то еще остался? Кто еще? Кто последний? Возможно, ты ходишь долгое время в церковь, а сегодня ты чувствуешь, что ты попал на обочину. Почувствовал, что ты сделал грех. Тебе нужно прощение от Иисуса, капля крови от Него. Есть кто-то? Поднимите свою руку, пройдите сюда вперед. Пожалуйста, быстрее. Мы ожидаем на вас. Пожалуйста. Пастор Юрий, возьмите микрофон, проведите молитву, пожалуйста. Кто еще? Церковь, закрой наши очи. Мы можем все христиане взять себя за руки, поднять свои руки к небу, а? Мы можем помолиться друг за друга. Попроси твоего соседа, спроси у него. Может, он никогда не примирался с Богом. Может, он никогда не каялся. Может, он хочет сегодня каплю крови от Иисуса. Пройди сюда вперед, пожалуйста, последняя минута. Бог тебя зовет на это место. Молимся, церковь, да сойдет Дух Святой и благодать Святая Божья. Кербетаталандес, аллилуйя, аллилуйя. Молимся. В сердце есть желание сегодня пригласить Иисуса. Поспеши сюда вперед. Бог желает сегодня касаться твоей жизни. Бог желает изменить твою жизнь. Если ты желаешь иметь это в своем сердце, поспеши, пожалуйста, сюда. Мы будем сейчас молиться молитвой покаяния. Прошу, чтобы вы закрыли ваши глаза и вместе с моей женой повторяли молитву за мной. Дорогой Иисус! Я благодарю Тебя, за то, что Ты здесь. Боже, я прошу Тебя. Прости меня. Очисти. Освети мое сердце. Войди в мою жизнь. И измени ее. Боже, я благодарю Тебя. За то, что Ты прощаешь мои грехи. Омываешь мое сердце. Одеваешь меня в одежды праведности. И даришь мне дар спасения. Боже, я благодарю. Благодарю Тебя, Боже, благодарю Тебя за то, что моя жизнь, сегодня в Твоих руках. Господи, я прошу Тебя, пусть Твое Слово, Твоя истина открывается мне с каждым днем. Все больше и больше. Я желаю познавать Твое Слово. И я во всеуслышание заявляю, что Иисус Христос, есть Господин моей жизни. Он Господь моего сердца. Боже, я благодарю Тебя. За то, что Ты любишь меня. И ценишь. Прославься, Господь, в моей жизни. В моих словах. В моих поступках. Пусть Твое имя. Оно будет прославлено. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя! Бог благ!